Приветствую, друзья! По вашей просьбе я приехал на район Поле Чудес. Это за черемушками. Посмотрим, как он выглядит сейчас. Дом по улице Родниковая, 21. В этом частном секторе жили и продолжают жить богатые люди Мариуполя. Да, домики здесь солидные. Здесь живут люди, машина стоит у дома. Да, много домов сохранилось. Хорошие домики. Этот сильно пострадал, конечно. Частный сектор с асфальтом. Родниковая, 9. В этом доме уже поменяли окна. Родниковая, 8. Добрый день. За этими полями Азовское море, недалеко поля подсолнухов. Сюда можно добраться на 13-м автобусе. Отсюда видно район с югославскими домами. А за ним еще и новостройки, которые для вас недавно снимал. Я иду по улице Латышева. Конечная остановка 13-го автобуса. Дорогу в этом районе еще не делали. Квартал Азовье, дом номер 2. В этих домах еще ничего не делали, но видно, что уже поменяли где-то окна. Значит, все-таки некоторые квартиры остались целыми. Жесть, конечно. Как здесь можно жить? Да, отсюда видно, вот. Парусная, 14/2. Добрый день.
фотографируют. Газетку. Зеленому послали. А что сделал? Зеленому? Да, я так называю. И некоторые. И тоже. И людей, наверное, поубивало. Кто это делал? Ну, кто? Бандеры. Украина нас берегла. Текает начал бомбить. То есть, когда отступали они, да? Да. 7 апреля. Это вот так. Чем апреля, чем марта. В марте это было. Я еще бегал, 35-й дом смотрел, мне ребята сказали. На 5-м этаже дочка моя жила. Угу. Пробегаю, 2 машины стоят, пожарные. Воды не было, поребятно еще. Я забегаю к дочке на 5-й этаж. Факт, что соседа подбил чуть-чуть, а моя целая. Угу. Только окна выбило с той стороны. Я же мебель оттуда вывез, все. Завал, конечно. Ну ладно, извините. Всего доброго. Девятиэтажка напротив. Видно, не сильно пострадала. В ней уже поменяли все окна. С левой стороны от этой девятиэтажки еще одна, тоже целая. Да, жесть, конечно. Здесь восстанавливают подъезды, работают строители. Друг, ты мой хороший. Я извиняюсь, а вы занимаетесь ремонтом этих домов? Нет. Нет? Я нет. Ага, я понял. А что-то делается вообще здесь? Я могу по стройкам сказать, что я живу вот в 6-м доме. Угу. Вот. У нас, вот я живу с женой и с ребенком. В спальне, да, где живет ребенок, балконного блока нет до сих пор. Угу. Везде окна стоят, а балконного блока нет. Почему? Ведутся вообще какие-то восстановительные работы здесь? У нас в этом доме нет. В 6-м нет, да? В 6-м нет. А окна поменяли, я видел, да, по-моему, в 6-м доме? Не везде, я же говорю, балконного блока нету. Понятно. У нас сквозняк. Вот, и балкон. Только нам откосы не сделали. Вот, откосы мне нахер не нужны. Я откосы никому не делают. Нет, я их сам могу сделать. Мне нужен балконный блок. Ставили. Потому да? что подоконники откосы делали. Нет, Анечка. Подоконники ставили, да. Ставили. А вот откосы, я знаю, нет, нам не делали. Пускай не ставят. Мне нужен балконный блок, потому что у меня смарт. Да, 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 на носу холода. Да. Вот. А там в этой спальне живет ребенок. Угу. Вот, поэтому как-то хотелось бы этим заняться вопросом. Нет, я уже хочу написать не сегодня, а завтра записку сначала этому подрядчику. Угу. Оставить на вагончиках, там 2 вагончика у нас стоит возле балконного, я все за балконного, возле нашего дома. Угу. Вот. Оставлю ему записку. Нет, я буду обращаться в прокуратуру. Обращайтесь, ну, конечно, нужно писать, обращайтесь. Конечно. В администрацию? Да, да. Конечно. Конечно, на носу холода. Да уже холода. Поверьте мне, спать при таком ветре. Согласен. Поэтому. Согласен. Вот за это я хотел бы спросить с этого подрядчика. Я знаю такие, что я работаю на такие, что денежки взяли, за работу не заплатили и уехали. Да, да, да. И строители остались тоже без зарплаты. Вот, да, я такой же. Такое. Не один раз попадал. Да, да. Райончик, конечно, тут работы ой-ой-ой. Столько домов восстанавливать.
Югославские дома пострадали, но уже в процессе восстановления. Отсюда видна школа номер 15. Ее уже восстановили. Итак, друзья, это был Поле чудес, квартал Азовье и югославские дома. Вы сами все видели и слышали. Всем мира и добра. Пока!